представители, преподаватели от лица всей комиссии, жюри сегодняшнего. Конечно, хотела бы поздравить вас с праздником, с большим праздником, праздником песни, да? Вашей любви к музыке. Продолжите заниматься ей. Для преподавателей объявление. Во вторник у нас состоится международная конференция «Проблемы теории и практики развития и постановки голоса». Поэтому, кто хочет профессионально обсуждать вопросы, связанные с постановкой голоса, то можете ко мне подойти, мы обменяемся контактами, и вы узнаете, где будет проходить конференция, и в данном случае примите в ней участие и обязательно получите новую интересную информацию. Но в любом случае это будут ведущие педагоги Саратова, да, и в данном случае приглашенные гости, поэтому приходите, будем обсуждать все профессионально. Ну а теперь давайте поблагодарим наших педагогов. Мы сейчас вручим им благодарности перед тем, как будем вручать дипломы. Перед тем, как будем вручать дипломы нашим детям. Итак, я первую благодарность зачитаю полностью, а потом только фамилии. Договорились, да? Уважаемая Страхова Юлия, Организационный комитет Всероссийского конкурса вокалистов «Хрустальный голос» благодарит вас за помощь в культурном воспитании детей и возможности их творческого роста, за пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Итак, Страхова Юлия. Нету. Песко Мария. Песко Мария Песко. Лагутина Марина Владимировна. Лагуткина. Бельгисова Ирина Викторовна. Аплодируйте. Марченко Ирина Валентиновна. Вы выйдите сюда, чтобы вас сфотографировали, а то вы встаете спиной. Молодец. Спасибо. Зайчиковская Наталья Евгеньевна. Романова Ирина Владимировна. Забирайте своим руководителям. Малякина Анна Евгеньевна. Дети бегут. Спасибо. Спасибо. Фирстова Светлана Анатольевна. Я так понял, дети. Педагоги. Все, спасибо. Филипцова Виктория Анатольевна. Диденко Анжелика Григорьевна. Спасибо. Пожалуйста, вот туда смотрите. Хорошо. Но Страхова Юле кто-нибудь передаст из участников, нет? Плеско Мария, Плеско Мария. Ну ладно. Ну а теперь мы начинаем награждать наших детей. Дети, давайте договоримся. Вы выходите, берете диплом и становитесь между вот нами. И вас фотографируют. Договорились, да? Итак, поехали. Лауреат второй степени. Дуракова Виктория. Руководитель Марченко. Вот, пожалуйста. Все замечательно. Все, спасибо. Лауреат второй степени. Коваленко Снежана. Коваленко. Ковалева? Наташа. 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 Ковалева, не Коваленко, а Ковалева.
Филипп. Лауреат третьей степени. Филипп, когда поешь песни, не танцуй, ладно? Потому что пока ты танцевать не умеешь, а то ты и тебя это сбивает еще. Молодец, все, спасибо. Пахомова Дарья, лауреат первой степени. Полохова. Полохова, точно так оно и есть. Ты у нас будешь петь другую песню. Да. Так, и вы приглашаетесь, да? Лауреат второй степени. Рогова Юлия. Светлый, симпатичный человек. Чуть-чуть не хватило, прям скажу. А лауреат первой степени. Кравцова Алиса. Так, Алиса, мы тебя взяли с кошечкой на гала-концерт. Потом к Наташе подойдешь, узнаешь, где записываться. Договорились? Лауреат первой степени. Цветкова София. Все, поняли. Так, там написано в протоколе, с какой песней. Лауреат третьей степени. Горностаева София. София. Молодец. Левина Адель. Лауреат второй степени. Очень хороший ребенок, кстати говоря. Виталий Король. Знаем. Голубинченко Яна. Лауреат первой степени. Нету ее, да? Чендева Диана, лауреат первой степени. Так, я вот не помню, какую бы песенку купил. А шамана бы у тебя взяли, очень замечательно. Молодец. Эстрадный вокал, ансамбль «Экспром», лауреат первой степени. Руководители, да? Ну вот, ладно, ты за них давай. Молодец, ты педагог, слава тебе Господу. Апроян Лилиана. Эстрадный вокал, лауреат второй степени. Есть? Идут. Не вставайте, Надежда. Замечательный ребенок. Лауреат первой степени. Бокова Виктория. Ну, и редикюль-то у нее. Вообще замечательный ребенок. Ну, настоящая актриса. Павленко Рада, лауреат первой степени. Здорово. Очень нам понравилось. По-моему, с первой песни мы ее взяли, да? Цепцова Анастасия. Цепцова, есть такая фамилия? Есть такая фамилия.
Хороший ребенок. Лауреат первой степени. Молодец. Молодчина. Плеско Мария. Лауреат третьей степени. Как-то выступили и ушли. Народный самодеятельный коллектив «Ветер перемен». Лауреаты первой степени. Ой, молодцы, выходите. Надо было в костюмах выходить, фотографироваться. Ну, молодцы. А руководитель хочет с вами вместе, да, это руководитель? Нет, вы сюда, в серединочку, встаньте, пожалуйста. Все, замечательно. Чемеленко Ваня, лауреат первой степени. Ну, артист настоящий, понравился нам очень. Очень. Мы же чувствуем, что переходили. Ленник Вероника. Лауреат первой степени.